Он с подобной половинкой играет. Привет, зритель. На хозяин грызет орех. Часть у него нет предела вообще, на самом деле. Тише, если ты его закинешь туда, я уже не смогу достать вот через минуту прям. Я тебе могу только еще одну крышечку дать. Все, она где-то такая тоже должна быть. Вот я вчера убиралась в комнате, не нашла. В коридоре не нашла, куда он захреначил, непонятно. Я вообще тут сад сейчас собираюсь. Мне разрешили забытую капустину забрать. Синюю, маленькую. Подозреваю кочан примерно с моей чуть больше кулака. Не хочет он больше играть на камеру. Я думаю, он понял, что его снимают. Поэтому пока, зритель.